Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем про нормировку винограда урожаем. Поговорим о том, для чего это вообще нужно, поговорим, на что следует обратить внимание при этой самой нормировке. Ну, я постараюсь построить видео таким образом, чтобы даже новичку было легко разобраться в этом всем. Для чего вообще это нужно? Виноградная лоза закладывает всего с запасом побегов, поэтому мы с вами разговариваем про нормировку зелеными побегами. Урожая тоже закладывает запасом на случай всяких непредвиденных обстоятельств. К тому же виноградной лозе все равно, насколько качественным будет урожай. Самое главное, чтобы были семена, которые в дальнейшем будут рассеяться. У нас же с вами совершенно другая цель. Мы хотим получить виноград вкусный, сладкий, чтобы он вовремя созрел. И что еще важно? Напомню, виноградная лоза, что ей важно? Размножение, а не выживание. Нам же важно, чтобы лоза вызрела к осени и хорошо перенесла зиму. Потому что у куста, перегруженного урожаем, лоза может вызревать очень плохо. Соответственно, она не зимует, либо зимует тоже очень плохо. И таким образом куст очень сильно ослабляется, что в наши цели, конечно же, не входит. И, исходя из всего вот этого комплекса, мы проводим эту самую нормировку, чтобы получить хороший, качественный урожай вовремя и получить здоровую лозу. На что же нам надо обратить внимание? Я вам назову несколько факторов, но их всех надо рассматривать в комплексе. Первое, это, конечно же, возраст куста. Чем куст старше, тем больше нагрузку он может вынести, за некоторым исключением. Следующая — сила роста. Насколько куст вообще себя хорошо чувствует. Пример. Вот это куст на второй год. Посмотрите, как у него замечательно развивается лоза. Вот это тоже кусты второгодки. И вот у них там уже завязывается урожай. И вот этот вот крайний кустик, вот ему лет 5 или 6. Да, в этом году он наконец-таки пошел в рост, но не сравнить с тем, что я вам показала в предыдущих кадрах. Следующее, на что нам следует обратить внимание, это размер грозди. Смотрите, вот эти аккуратненькие гроздочки, это реформ. Максимальный вес грозди в созревшем состоянии где-то грамм 260, ну, может быть, если очень разогнать, будет до 300. И закладывает он таких гроздочек 2, иногда 3. Поэтому нагрузка абсолютно небольшая. При этом, смотрите, я отойду подальше, вот это все его лозы. То есть его нормировать абсолютно не следует. Он и так этот урожай прекрасно вытянет. С другой стороны, у нас есть Аркадия, которая легко выдает грозди больше килограмма. Максимальный размер грозди у нас был 1,6 кг, в среднем где-то 1,4 – 1,3 кг. И здесь тоже, смотрите, 2 грозди на побег. Но мы понимаем, что 2 грозди по 200-300 грамм и 2 грозди по килограмму и более – это разные грозди. Следовательно, крупноплодные сорта нам нормировать нужно обязательно. И последнее, что нам нужно учесть, это сроки созревания. Если у нас сорт достаточно поздний, то чем меньше у него будет нагрузка урожая, тем раньше он созреет. И в таких случаях нам может понадобиться нормировка урожаем даже у мелкоплодных сортов, даже при хорошей силе роста. Но здесь тоже важно найти баланс между нагрузкой куста и тем, чтобы он не жировал. То есть тут надо учесть все моменты. Ну а как это учесть вот конкретно с более поздними сортами, надо пробовать и экспериментировать. Когда же нам надо проводить нормировку урожаем? Вот смотрите, это реформ. Я реформ, конечно, никогда не нормирую, в этом нет необходимости, но на примере показываю. Здесь уже ягодка потихонечку начинает наливаться, мы видим более крупные ягодки, и уже понятно, что как прошло опыление. Ну, реформ всегда опыляется нормально, причем, видите, он колпачки не опадали, но это ему никак не мешает, он прекрасно может опыляться без всего. Здесь тоже, смотрите, да, большие грозди, но пока не ясно, что с этими гроздями будет вообще. Это запорожский, шикарно цвел, но, к сожалению, град был. Был град, и тут и грозди побиты, и в самое цветение все это попало, тут и пыльца смывалась, поэтому тоже здесь пока непонятно. И спешить, ну, не стоит.
Вот уже на этой гроздочке более-менее что-то вырисовывается. То есть видим, да, есть более крупные ягодки, есть более мелкие ягодки. Ну, что-то более-менее понятно. И, в принципе, можно начинать нормировку гроздями вот в таком состоянии. Но можно подождать еще несколько дней, когда вы точно будете уверены, где у вас хорошие грозди, а где не очень. Конечно, дожидаться вот такого состояния тоже не стоит. Во всем должна быть разумная мера. И теперь кратко пробежимся по всем пунктам. Куст молодой, куст двухлетка, в прошлом году выращен из черенка. Ягода небольшая, гроздь небольшая, сила роста замечательная. Пока все остается как есть, и такой куст в нормировке не нуждается. И вот этот кустик, который я вам показывала, которому несколько лет, но он достаточно слабенький. Тут из трех побегов у нас плодоносный только один. Верхняя гроздочка, судя по всему, никакая. Ну, а нижняя чуть получше. И, конечно, мы из них оставим только одну нижнюю, а верхнюю слабенькую, такую вот сейчас открою листик, покажу. Ее уберем. То есть на таких слабых кустах, независимо от возраста, мы оставляем по одной грозди, а может быть даже вообще одну на весь куст. Следующее, кустику лет 5, но смотрите, сила роста. Вот крайний побег его, такой самый большой, в принципе, там и пасынки хорошо идут, остальные поменьше. Дальше смотрите, на что мы еще обращаем внимание. На верхнюю часть побега, коронку. Если коронка загнута, это говорит о том, что рост у побега продолжается. За некоторым исключением, исключение покажу. То есть вот этот побег, он у нас растет. Смотрите, вот этот побег маленький, и у него коронка распрямилась. То есть здесь рост остановился. При этом смотрим на этом побег. На этот побег. Смотрите, раз гроздочка, два гроздочка. Ну, такую нагрузку он не вытянет. И если у вас на кустах, например, все побеги приблизительно вот такие, то убирайте урожай, оставьте вообще самый минимум. Можно загубить куст. То есть смотрите, здесь мы грозди убираем. Если бы у нас такой побег был один на весь куст, и при этом все остальные побеги большие, там, здоровые, красивые, то одну гроздь на таком побеге можно оставить. Но если вот и остальные так себе не очень, значит, здесь мы обе грозди убираем. Уже сам этот побег мы оставим, у него есть зеленая масса, пусть эта зеленая масса немножко помогает соседним побегам. Да, кстати, смотрите, здесь еще две грозди на этом побеге, видите? И грозди большие. То есть, ну, конечно, такой побег, такой урожай просто не вытянет. Если, например, встречается такой побег, либо кустик не очень хорошо растет, но грозди там мелкие, можно убрать по одной и понаблюдать за верхушечкой. Если начинает куст расти, значит, можно гроздочку оставить. Если же вы видите, что все стоит на месте, вот такое вот, не мучайте куст. Убирайте. Ну, конечно, в данном случае эту гроздь я тоже убираю. А вот исключение. Сорт дигиреба. Сорт достаточно слаборослый. Смотрите, коронка распрямилась. Нагрузку несет небольшую, там две небольшие грозди. По длине побега здесь более чем достаточно. И смотрите, у него много пасынков. К сожалению, не могу снять с другой стороны. Вот солнышко светит. Но на этом побеге достаточно много пасынков. Если много пасынков, это говорит о том, что побегу и кусту всего хватает. В данном случае мы точки роста на пасынках убираем. И здесь нормировка урожая не нужна. Тем более, что сорт раннего срока созревания, все он вполне успеет. Ну, а мы опять возвращаемся к этому кусту. Смотрите, на большом крупном побеге, самом крупном, у нас две грозди. Две, но пока не совсем ясно, как они опылились.
То есть, ну, видно, что опылились, но пока что ягодки такие в разнобой. Поэтому я еще немножко подожду, оставлю здесь одну гроздь на побег. Единственное, выберу, которая из них будет лучше. Не всегда это бывает нижняя гроздь. Очень часто бывает и верхняя, поэтому я никогда не спешу делать нормировку гроздями. Только после того, как все опылилось. Тогда мы точно знаем, что мы убираем, что мы оставляем. И да, смотрите, если у вас есть куст вот с такими вот маленькими побегами, когда уже висят грозди, у вас побеги по 50-60 сантиметров, убирайте максимально все. Буквально там одну-две малюпасенькие гроздочки можно оставить, но не больше. Потому что куст этот, ну, вплоть до загубить куст можно. Либо он у вас вот так вот и будет чахнуть много-много лет, что-то пытаться завязать, пытаться какой-то урожай давать, но толку с этого не будет. Так что не жадничаем. Вообще в момент завязывания ягоды у вас уже должны быть побеги нормальной длины, хотя бы по метру. Если у вас даже у слаборослого куста побеги сантиметров по 50, а еще с прямыми коронками, это говорит о том, что вы что-то точно делаете не так. Вы перегрузили зелеными побегами, и идет перегрузка урожая. Для куста это крайне плохо, он либо у вас будет вот так учахнуть, ну, либо вплоть до полной гибели. Я думаю, что ни то, ни другое вам не нужно, поэтому с таких, ну, буквально одну маленькую гроздочку, если очень-очень хочется, нужно оставить, можно, а все остальное убираем и даем кусту нормально расти. Теперь переходим к Аркадии. Ну, здесь вообще все хорошо понятно. Напомню, Аркадия дает большие грозди. И у Аркадии, конечно, оставлять больше одной грозди на побег совершенно не следует. Мы выбираем гроздь лучшую, которая нам больше нравится. И в данном случае это вот эта гроздь. Но смотрите. Этот год исключений, я часто это повторяю. У нас был град. 2 недели назад приблизительно. Видите, гроздочка подбита. А вот эта верхняя, вот она, с ней все в порядке. То есть питание вот этой грозди будет лучше. Следовательно, какую я уберу? Несмотря на то, что вот это несколько качественней, я уберу именно ее. Потому что здесь может быть проблема с питанием. А эту оставлю. Она свое наберет. Еще один исключительный случай. Вот эти вот грозди, это не болезнь. Хотя я знаю, что было несколько роликов в интернете, когда говорили о том, что вот если гроздь усыхает, это вот какая-то болезнь. В данном случае это не болезнь. Я рассказывала, что недели полторы у нас был град. Даже есть ролик об этом, можно посмотреть. И в этот момент вот эти прекраснейшие грозди очень красиво цвели. Ну, к сожалению, стихия сделала свое черное дело. Посмотрите, вот я попробую приблизить. Тут солнышко несколько мешает. Видите, вот эта битая гроздь. Вся пыльца, все, что можно было, оно просто было смыто. И после вот этого дождя смотреть, ну, честно, было страшно на все это. И без слез смотреть невозможно. Если бы, конечно, я не была на месте, да, я бы тоже, может быть, думала, что это вот какая-то болезнь. Нет, это не болезнь, это последствия непогоды. И в данном случае мы уже нормируем не по гроздям, а убираем все, что негодное, все, что не опылилось. То есть у нас грозди здесь будут частичные. Вот это вот отсыхает, потому что оно не опылилось, там ничего нету, и растение от этого избавляется. Ну вот смотрите, у нас гроздь такая вот была большая, но вот эта часть, на ней что-то есть. Вот верхняя часть тоже что-то есть. А здесь уже нет ничего. Ну и здесь тоже какое-то недоразумение, соответственно, я ее просто вот так уберу. Ну, оставлю то, что осталось. То есть здесь мне придется нормировать именно вот таким образом. После того, как я произведу вот такую санитарную зачистку, я посмотрю, что останется. Куст здесь развивается хорошо, сила роста у него хорошая, состояние у него, в общем-то, хорошее. Ну и тогда уже
исходя из того, что останется, буду смотреть, нужно будет еще что-то убирать, либо уже оставим так, как есть. Но, честно говоря, я думаю, что погода и так. Тут уже сделала все нормировки, и нам не придется больше делать ничего, кроме как вот убрать то, что не нужно. Кроме тех факторов, которые я вам назвала и которые надо учитывать при нормировке урожаем, можно опираться на следующие цифры. Нормально развитый куст с хорошо развитыми большими крепкими побегами может нести нагрузку приблизительно килограмм полтора. При условии, что это сорт раннего срока созревания, у него нет проблем с вызреванием лозы, ну и в вашем регионе он точно созреет. Если, например, у вас очень крупноплодный сорт, который может там и до 3 килограмм выдавать грозди, потенциал можно увидеть в описании сорта, потенциал можно увидеть и в тот момент, когда наливается ягода, здесь, конечно, уже большие ягоды, большие грозди. Ну и на более ранних стадиях, когда мы проводим нормировку, это уже вполне можно увидеть. Так вот, в таких случаях, в случаях сильных крупноплодов, мы оставляем грозди через побег. Опять же, руководствуемся принципом, что мы выбираем лучшие грозди, которые лучше всего опылились, которые лучше всего завязали ягодки, и оставляем через побег. Таким образом, получается, что на одну гроздь у нас будет работать два побега, а не один. Но встречаются и рекордсмены с очень-очень большой гроздью. Это может быть и 2, и 3 килограмма. И в таких случаях мы руководствуемся и учитываем максимально все факторы. Возможно, нам придется оставить одну гроздь на два побега холостых, а может быть и больше. Либо уменьшить самой этой грозди. Такие решения мы принимаем индивидуально в зависимости от, напомню, всех факторов, которые мы только можем учесть. Но конкретные примеры я вам тоже назвала. В наших условиях Аркадия одна гроздь на побег, вес ее приблизительно 1,4 кг, максимум 1,6 кг было в наших условиях. Прекрасно развивается при такой нагрузке и нормально созревает урожай, нормально вызревает лоза. Но это в наших условиях. В ваших условиях может быть немножко по-другому, и там надо посмотреть, понаблюдать. Ту же зилгу, например, мы не нормируем на сегодняшний день на этом кусте. И нагрузка побегами более 80 побегов и 4 грозди на лозе тоже мы нормально оставляем. Мы знаем, что это куст хорошо развитый, куст старый, он прекрасно тянет эту нагрузку. Лозы вот уже и до верхней проволоки доросли, и почканили мы их. То есть здесь все в порядке, никаких нормировок не требуется. Но даже один и тот же сорт в разных условиях может расти по-разному. Даже один и тот же сорт на одном и том же участке, на некотором расстоянии, тоже может расти и развиваться по-разному. Поэтому ко всем мы подходим индивидуально, опираясь на те критерии, про которые я вам сегодня рассказала. И что важно знать, крупноплодные сорта очень склонны к перегрузу. И если такое случается, то на восстановление куста может уйти не один год. Поэтому не жадничаем. Наблюдаем за кустом и убираем лишние грозди. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!